продолжает расцветать мой декапитал. Очень-очень красивый и ароматный. Лимонка моя мне мешает. Еще одна ароматная красавица. Друзья, сегодня показываю свой декапиталум, который полностью распустился. Вот такая вот чудесная лесенка. Четыре цветочка, по-моему. Четыре прекрасных цветочка ароматных, которые пахнут просто божественно. Особенно утром, когда заходишь в помещение, запах непередаваемый. Очень рада, что у меня есть это растение, оно очень неприхотливое, благодарное, вот. И красивое. Расскажу немножко об уходе, ничего сложного. У меня есть видео пересадки, я вставлю в конце этого видео, вот, как я его сажала, какой субстрат там у меня в середине. Вот так он у меня стоит, в таком кашпо. И что я вам хочу сказать, что я даже допускала полное просыхание горшочка, то есть он у меня выдерживал легкую просушку. Что такое легкая? Ну, это 1-2 дня, когда горшочек полностью просыхает, субстрат полностью просыхает. Он это выдерживает. Кончики листьев не страдают, нормально у него. Он переносит засуху. Значит, на старой бульбе у нас листик отвалился. Я сначала испугалась, почему так резко начало желтение. Но потом я поняла, что это естественный процесс. То есть не нужно ничего пугаться. На старых бульбах листики отмирают. Вот. Поливаю я его и биогумусом, и удобрением для орхидей. И корневином, там есть тоже удобрение в хеладной форме. Вот. Ну, а потом, когда у меня уже появился новый ростик, этот вот цветонос, я перестала его удобрять, как бы дала ему спокойствие. И все, очень быстро вырос цветонос.
и порадовал своим цветением. Вкратце цветение орхидеи в июле. Вот так расцвел Изикапитаум. Он уже очень долго цветет, где-то месяц, наверное. Никак не могу вам его показать. Очень классно пахнет. И расцвела черная птичка. Еще один цветок. Их стало 3. Я вам показывала, когда их было 2. Цветет лимонная орхидея. Тоже ароматная. Плотный-плотный воск. Она мне очень нравится. Одна тоже из моих самых первых орхидей. И была пересажена из мха в кору. Видео пересадки у меня есть. У нее когда-то были очень крученные листики. Сейчас они в лучшем состоянии, то есть орхидея сама решает, хватает ей света, влаги, вот, крутит, распрямляет листики, это очень интересно. Дальше покажу вам такую вот красотку. Она продолжает цветение уже на боковых цветоносах, которые пустила. И вот боковой. Очень-очень-очень красивая, обильно цветущая орхидея. Я ее просто обожаю. Это королевская орхидея. Была подарена мне на мой день рождения в прошлом году в июне. У меня есть видео о ее распаковке, у меня есть видео о ее пересадке. Так она у меня растет. Она была пересажена в кору чистую. Вот такая она мощная. Размах листьев у нее очень-очень большой. Она занимает пол окна у меня тут. Но красота этого стоит. Вот такие орхидейки у меня цветут на кухне. Более подробно о них я наверное, в отдельных видео сниму. Красота. Очень красотка большая. У нее цветы где-то 13 сантиметров. Как блюдце у нее цветочки. Кстати, домашнее цветение начало пахнуть. Вот я ее нюхаю, и она сейчас пахнет. Сейчас у нас вторая половина дня, уже практически вечер, где-то 5 часов вечера. И она пахнет. Спекся хлебушек, сейчас буду вынимать. Сога растит листик и уже перецвел.